Друзья, приветствую. Антон из Истры прислал посылочку. По ссылке образцы двух масел. Вот, пожалуйста, описание. Это у нас Mobil Super 3000 XE530 и Totachi с ПАУ и эстерами, там всеми делами. Ну, данный ролик будет конкретно про Mobil, а в одном из следующих проверим Totachi. Первым делом необходимо создать эталонный образец. Болванка готова. Сейчас обновлю спектр данной жидкостью, данным маслом. И посмотрим, что там вообще на спектре присутствует. Вот. И, естественно, можно будет после создания спектра уже приступать к проверке отработки. Так, смотрите, значит, есть небольшой бугорок. Даже самому интересно. Я сейчас увеличу этот фрагмент. Поставлю здесь 1650 и до 1800. И посмотрим ради интереса. Может быть, это какой-то минимальный хотя бы процент, там, я не знаю, эстеров. Так, обновляю, и смотрите, 12 сотых, но здесь не совсем 1740, здесь где-то 1720, что ли, или 1700 вообще. То я как-то опять быстро я этот фрагмент, ну, ускоряю. Ну, сейчас посмотрим еще по значениям щелочного. Да, щелочное явно заниженное, 3.1. И, судя по всему, это все-таки эстеры. И по уровню я бы сказал, что это 2%. Примерно 2% эстеров все-таки капнули. Вот 3.1, видите, да. Вот, а так мобилом заявлено... не мобилом заявлено, это я лабораторный, да. Посмотрел, там намерили 7.2. В принципе, для цешки нормальная. Нормальный уровень такой. Так, значит, значение кислотного я тоже понижу, потому что здесь оно какое-то там подзавышенное на спектре болванки. Так, это я сохраняю. Лимиты здесь немножко надо подправить, хотя что-то я подправлял, и толку от этого нет. Все равно красным там выделяется. Так, ладно. Значит, 100%, все поубирал, гликоль, сажу отрицательные. Все, эталон создан, можно проверять отработку. Значит, отработка у нас, вы видите, с Prado 150-го, 3-литровый турбодизель 1 КД FTV, пробег 234 тысячи километров, на масле 7 тысяч километров, 270 часов, средняя скорость 26 километров в час и добавка в топливо. Винс. Присадка в солярку. Так, все, я заложил образец данного масла. Сейчас посмотрим, что прибор намеряет. Так, смотрите, да, повышение, превышение по противоизноске достаточно высокое. Она же влияет на кислотное. Кислотное сильно подросло практически на 2,7, да, практически на 2,8 на единицы. Щелочное... Пятерка высокая, но уже, видите, подросло. Сажи 1,2%. Остальные показатели, в общем-то, в норме. Даже удивительно мало воды в этом образце. Ну, вот так. Маслом еще рабочее, но по соотношению кислотного и щелочного ему скоро придет этот... К нему придет писец. Да. Следующим этапом сейчас проверим вязкость. Ну и в конце, по традиции, оценю ресурс данного масла по табличке. Так, смотрите. Небольшое загущение. Ну, здесь опять я думаю, что это загущение связано с уровнем сажи. Уже, наверное, сажи много частиц их. И они там чуть-чуть загущают саму жидкость.
для дизеля, в принципе, достаточно такая, мне кажется, типичная ситуация. Да, кстати, пожалуйста, отметьте это видео, подпишитесь, кто не подписался, ну и колокольчик нажимайте, чтобы не пропустить новые видео. Ну и вот оценка ресурса, значит, значения, которые были, которые стали, пробег, моточасы. И у меня получилось, что данного масла в данном автомобиле при таких условиях хватило бы на 292 моточаса и 20 минут. Или это, подождите, или 20-я часть. И 12 минут тогда, да, 12 минут. Да. Вот такие результаты получились. В принципе, масло достойно себя показало, я считаю. Хотя Антон говорил, что у него были стрёмные заправки. Вот, значит, думали изначально, я думал изначально, что это стрёмный совсем бензин, что вот противоизноска так зашкаливает. Но, скорее всего, я ошибался. Скорее всего, это показатель именно нормальной солярки, что и Лукойл, там, и Газпромнефть, все ведущие производители добавляют туда, значит, противоизносную присадку для сохранности топливной аппаратуры. Это подтвердили здесь комментарии, ребята. Значит, есть даже в паспортах топлива, значит, значение уровня присадок. Вот, так что все нормально. Немножко завышенные, конечно, значения сажи, даже для такого пробега. Ну, видимо, чуть подношенное уже топливное. Хотя чего тут удивительного, 230 тысяч пробег уже достаточно серьезный для машины. Вот такие получились результаты по Мобилу. Посмотрим еще, как покажет себя Татачи на ПАУ и Эстерах заявленных. Ну и можно даже будет, скажем так, сравнить Мобил с Татачи, насколько оправдано. Даже можно сравнить по цене и оправдана ли переплата за бренд. Благодарю Антона за образцы, за помощь каналу. Всех, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!